Перспективы микрорайона Новый Клин решаются на уровне Минстроя. Пока идет переписка между застройщиком, муниципалитетом и, собственно, министерством. Но пришло время сесть за переговоры. Об этом сообщила глава округа на плановом совещании с руководителями служб. Микрорайон Новый Клин задумывался как крупная современная застройка с развитой инфраструктурой. Землеотвод и разрешение на работы компания получила с условием построить на собственные средства в микрорайоне детский сад и школу. За несколько лет в Новом Клину возвели 4 жилых корпуса, и на этом строительство встало. Дело в том, что от своих обязательств по социальным объектам застройщик отказался. Основная претензия – это невыполнение инвесторам своих обязательств по социальной структуре, которая должна там быть, а именно детский сад, школа. То есть построено 4 полноценных многоэтажных дома, застелено большое количество жителей с детьми в том числе. И, к сожалению, инвестор не выполнил свои обязательства по социальным объектам. То есть ни детский сад, ни школа на сегодняшний день. Я подписала обращение министру образования с просьбой включить школу на 275 мест уже в целевую программу, поскольку мы без этой школы там, в общем, вряд ли сможем справиться с теми нагрузками, которые лягут на вторую гимназию и ее филиалы, 14-ю школу и школу «Юность». Муниципалитет направил в адрес застройщика письма с напоминанием об обязательствах и предложением обсудить дальнейшие перспективы. Но пока ответа нет. Однако власти округа намерены конкретики добиться.